Отжаться 22 раза. Такой флешмоб становится все популярнее. На этот раз к этой акции присоединились и в Луганской области. В селе Белокуракино 50 человек, среди которых военные, полицейские, спасатели, госслужащие и школьники, синхронно отжимались 22 раза. Активисты передали эстафету своим соседям, Троицкому району. Я думаю, что это дает народу згуртованность, згуртовує людей різних областей, різних держав, адже це ж сусідня акція. І ми тим самим показуємо, що українська армія – це сила, мужество, патріотизм. Зараз по всій Україні проходить флешмоб на тему підтримки воєнних, які пройшли дуже великий шлях. Це дуже тяжко. Бажаємо їм здоров'я і щоб в нашій країні настав мир. Напомню, что такой флешмоб возник в США. Там решили привлечь внимание к психологическим проблемам ветеранов, которые возвращаются домой после войны с посттравматическим синдромом. По статистике, ежедневно 22 ветерана совершают самоубийство из-за того, что не могут адаптироваться к мирной жизни. Участники флешмоба выражают свою поддержку бывшим военным, синхронно отжавшись от пола 22 раза.